Городской аварийно-спасательный отряд переехал в новое здание. В третьем линейном переулке отремонтировали помещение бывшей женской консультации. До новоселья спасатели базировались на улице Дзержинского. Теперь в распоряжение коллектива из 22 человек двухэтажное здание. Отряд находился в арендованном помещении, в неприспособленных условиях для того, чтобы оперативно выезжать и реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Сегодня это муниципальное здание, которое специально приспособлено уже с требованием технических нормативов и бытовых нормативов именно для расположения спасательного отряда. Спасатели переездом довольны. На капитальный ремонт из городского бюджета было выделено 7 миллионов рублей. Все необходимое обмундирование куплено новое. А вот мебель привезут после новогодних праздников. Мы, наконец, получили свое собственное здание со своей собственной территорией. У нас замечательные спальни, кухня, комната отдыха. У нас планируется хорошая комната психологической разгрузки, учебный класс, оснащенный последним современным оборудованием, по крайней мере, начальник управления обещал. Обещают спасателям и новый автомобиль в следующем году. Тем более, что гараж теперь позволяет, и место свободное есть. Сами спасатели говорят, что их работа с такими переменами выходит на новый уровень. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.